Да, ты чё, а почему это нас заставляют драться с наколкой? Мы же его завербовали, да, немножко я не на запись сыграл. Как завербовал наколку, как выиграл гонку в Гастауне. Ничего сильного не срезал я. Но почему вот нас не биться заставляют? Это, конечно, вопрос. Резко, а? Да сюда, блин, что-то какая-то резкая бабёнка. Подожди, ты как её полупить? Я что-то удара даже еще не нанёс-то ей. Да что такое? Вообще не понял, блядь, удара даже не нанес. Так, блоки тут бессмысленны, да? Капец, просто в какие моменты лупить, если она все лупит? Мощная атака. А честно говоря, сколько нервов потратил на эти гонки? Да невыносимо, сейчас на это еще. Ужас какой-то просто начался в игре. Что ж будет с боссом с последним? Членом или членом? Them is the rules. And your wealth be mine. No. Yeah.
Ё-моё, офигеть! Хорошо, да, откумарил. Еще бы работать, чтобы так. Нет, уходим. Я думал, уже все, оказалось, нет. Теперь все. Победитель, сокрушитель помойки, слава новому чемпиону. Нам с тобой суждено быть вместе. Эй, друг, это еще не все. Колт не зайдет, чтобы поприветствовать тебя. Что еще за он? Сегодня великий приз вручит особый гость, который дорог всем нам. Хоть мы и боимся его до усрачки. Узрите его, он вернулся к нам с того света, озарил лучами славу уголки Гастала. Как и его отец, он победил смерть, бессмертный, олимпиец, наш бог. И что это у него на штанах такое? Бочки тебя может отменить. Ох ты, еще и шестерочки вылетели, да? Yeah, leave!
что-то у него здоровечка не убывает. Так, что это случилось? Попить надо. Ух ты, фляги нету, нифига нету, ёлки-палки. Вода, отлично. You took my car! Your car! No! My car! My land! It's mine! Is that all? Не вариант такого. War boys! Here, fighting praise! Help your master! Open you up! Damage.
Хватайте его, лорд, нет. О, ё-моё. Я дам тебе, не дам тебе умереть, чемпион, пока не дам. Ты поправишься, и тогда... Я ничего не могу. Можешь, мой ребенок, ты веришь в него. Вернешь ли мне, как только я тебя вылечу. Вставай. Кто здесь? Боже, ты сильный, ты не сдашься. Это не помойка, зачем ты просила какую-то дрянь? Почини ее, иначе не станет еще хуже. Ладно, посади его на стул. Ты должен кое с кем познакомиться. С кем? С человеком из прошлого. Я про тебя, пожиратель собак. Да ладно, Минки-Ми, мы же все друзья, мы его друзья. Только он не хочет про это знать. Очень боится призраков. Просто я не хочу заводить друзей. Ну, с этим ты опоздал, приятель. Ты вернешься и сделаешь на этот раз все как следует. Не имеешь права бежать, потому что потерял нас. Берешь ли ты, безумный воин, дорогу эту наложницу и кукушу, законную жену? Да. И умру в бою. Но не умер, ты подвел его, подвел члема. И теперь твоя кровь подпитывает слабых. Моя кровь, пусть она проест свои вены и спалит свою душу. Эй, это моя плата. Уходи, убирайся сейчас же. Где она? Женщина. Наложница? Там, в днище. Она тебе жизнь спасла, и зачем ей такой мешок с дерьмом, как ты? Топай! Пиявка, настоящая пиявка! Так, друзья, а мы давайте на этом нашу серию закончим. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!